Скажите, а вот у вас супруга ведь тоже медик, да? Она была кардиологом. Не-не-не, она психолог. Она психолог. То есть это не медицина. Ну, это, кстати, очень близко с вашей психиатризацией. Ну, угу. Она в вашей книжке обсуждает с вами уже изданные, допустим, не в период подготовки. Ну да, да. А экранизации? Экранизации тоже. В всяком случае, благодаря ее очень убедительному мнению, например, несколько сцен, мне так кажется, несколько сцен в том же «Ночном дозоре» переделали. Ага. Да, вот так вот, да? Ну, во всяком случае, там была очень красивая и очень кровавая драка с этим, с вампиром-парикмахером, которую потом урезали раз, наверное, в 20. Угу. Вот. Потому что жена, которая тогда ходила беременная, она посмотрела... Как раз дочерью, да? Нет. А вторым? Первым еще ребенком. А первым еще, да? Да, это 10 лет назад же фактически. Ой, это 10 лет уже прошло. И время летит. Да, время летит. Ага. Вот. И она тогда посмотрела и говорит, слушай, говорит, пожалуйста, передай Тимуру, что при просмотре вот этой сцены все беременные женщины в зале родят. И я это передал, когда мы там сидели, обсуждали, и как-то так все задумались, так... посмотрели еще раз, а там была очень кровавая сцена, и сказали, да, наверное, мы как-то приборщили, и ее сделали более спокойной. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».